Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил на 22 октября рассмотрение иска главы Крыма Сергея Аксенова с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции. Об этом со ссылкой на сайт украинского суда сообщает ТАСС. Президент Украины Петр Порошенко внес главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета Республики Владимира Константинова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в расширенный санкционный список в 2016 году. Основанием для введения санкций стали действия иностранного государства, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Это решение предусматривает блокирование активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины и другие виды санкций, предусмотренные законом Украины.